Мы приехали в гости до вас из Ванкувера. Я должник этой церкви, потому что, наверное, уже лет 7 Дима, брат Ваня, еще там братья, сестры с вашей церкви. И мы попали там в Мозамбик, и мы познакомились крепше. И знаете, когда там мы были, было время, что мы беседовали, и я же забыл все имена этих братьев, которые молодые были, спрашивали меня за деторождение. А я кажу, знаешь, ну мы разговаривали, сколько могли, а я кажу, ну, может, когда Бог даст возможности, когда вас попаду в церковь, то мы поделимся. И сегодня, это первый раз мы, наверное, в Калифорнию попали за 30 лет, то у нас не было ни родни, ничего. Я кажу, слушай, я должник этой церкви. Я обещал колись, что я засвідкую за... Знаете, моя проповедь... По-русски, да? Я говорю, прошу жену, говорю, давай вместе мы будем свидетельствовать. Она, жена, значит, у меня не проповедник. Она говорит, ну, слушай, пойми, если я скажу, жены говорит, не поймут, скажут, он не рожал. Он не досыпал или что-то, знаете. Говорю, прошу жены, говорит, ты уже засвидетельствуй со своей стороны. Знаете, я родился, у меня мама была верующая, папа неверующий. И меня мама вымолила. Я пришел к Господу уже после армии в 22 года. И знаете, я не знаю, я не искал Бога. Я не искал Бога, но Бог просто меня пленил. Постучал, буквально я пережил присутствие Божье в маяках там под Одессой. Если я такое, знаете, Бог когда явился мне, он, знаете, я не смог сказать нет. Я оставил мир и пошел за Господом. Вы знаете, это, знаете, ободрение тем мамам, кто молится еще. То, и вы знаете, у меня Бог начал говорить ко мне. Для меня было интересно с первых дней, почему Бог говорил Моисею, другим, как это Бог говорил Аврааму, явился, сказал. Мне это было это один из первых моих вопросов, как Бог говорил. И вы знаете, Бог начал мне открываться. Вышло так, что я скоро после уверования женился, и мы уехали в Америку, оторванные от родни. И вы знаете, мы начали искать Господа советом. И вы знаете, вот написано, что брат говорил, что я стою у двери и стучу. И стучу. Бог стучит к нам, и мы должны открыть двери. Понимаете, вопрос этот я хотел коснуться деторождения. Вы знаете, он насколько сложный, многогранный, имеет не только деторождение, а и воспитание. Это еще другая тема, еще тяжелее. И вы знаете, неординальные обстоятельства в каждой семье, здоровье, обстоятельства, и все, знаете, каждое и уникальное. И у Бога есть план. И вы знаете, но что самое главное, Бог хочет, чтобы мы научились слушаться Его. Брат сказал, не ожесточитесь, когда услышите голос мой. Знаете, когда Бог говорит, Боже, я тебя, сынок, благословлю, дам тебе новую машину, дам тебе такой дом, что все ахнут. Знаете, на такое благословение нам очень легко принимать. Но вы знаете, когда Бог иногда обличает, наставляет, Он говорит, не ожесточи сердце. Вы знаете, наше сердце нужно управить в что-то. Покориться, говорит, вы покорились этому образу учения. То есть Бог хочет, чтобы мы покорились. Что интересно, мы прожили, считай, первый ребенок у нас был запоздал, у нас не было детей. И уже у моего, получается, двойной брак у нас был, у них уже ребенок, уже они, а у нас нету. И как-то мне говорит этот мой свояк, говорит, слушай, я видел сон, что твоя жена и моя жена родит вместе. Моя жена не беременна, его жена не беременна. Он мне говорит, такой сон им Бог дал. Я так думаю, хорошо. И вы знаете, родился, разница была одна неделя. На одну неделю
промахнулись наши жены. Вы знаете, Бог исполнил то, что Он сказал. И вы знаете, в это время, я как молодой верующий, мне тоже начал Бог проговаривать некоторые вещи. А я определил тебе жить там, в Ванкувере, на Колумбии. А я слово «Колумбия» в то время не знал даже, что это такое. Проснулся ночью, думаю, что за Колумбия? Колумбия. Ну, мы утром проснулся, открываю, тогда интернета же не было, открываю энциклопедию, открывается карта Америки, Колумбия. О, речка, окей. Бог исполнил, через год я там жил. Бог определяет времена и сроки и пределы их обитания. Бог определяет. Для кого? Если мы посвящаем жизнь Господу. Если я сказал, Господь, вот я сдаюсь, ты мой господин, Господь, это значит, он мой босс, я отдаю свои обстоятельства, жизнь свою тебе отдаю, ты управляй моей жизнью. Вы знаете, он берет и свою волю говорит, я хочу, чтобы это ты сделал. Обстоятельства наши управляет. И вы знаете, вот так вот мы получили первую дочь. Кричит ночами. Я в Америке, не знаю, что делать. Посоветоваться негде. Жена 4 или 5 день уже носится, а у нее, оказалось, не принимался лактоза. А мы же, ну, молодые, но дети женились только, знаете, как ничего не знают. И вы знаете, я уже в пятницу на ночь, на субботу сплю, утром проснулся, кричит ребенок, а я хочу спать. И Бог меня учит, помогай жене. Знаете как? Он сказал, кто сделает для этого маленького ребенка в имя это делать мне? Вы знаете, я как подскочил, хватил того ребенка, пошел, говорю, жена, спи. Я Иисуса охватил. Вы знаете, Бог говорит, когда Бог так сказал, Бог меня учил, чтобы я поддерживал жену. И чтобы были одно, у нас не было других кошельков, денег, все наше общее, все одно. Эти разговоры, беседы, секреты, все одно. Дети наши. И вы знаете, так у нас, не знаю, почему так Бог, но я вам скажу так, у меня 9 детей. За каждого ребенка Бог наперед мне говорил, или жене, или мне, Бог говорил одним или другим образом, что будет ребенок. Например, помню, снится сон мне, я ловлю рыбу, я не рыбак. Ровил, наверное, в детстве карасей там у бабушки. Знаете, поймал такого большого, такую сельмана такого большого. Я говорю, вот это рыба. И такой, знаешь, и вы знаете, я смотрю, Бог дал толкование сна. Я тебе пошлю душу. И эта душа будет велика пред Богом. И вы знаете, сейчас этот сын уже выучился, семья, уже дети пошли. Я так смотрю, как Бог его благословляет и в учебе, и в работе, и что не делает. Я смотрю, и на миссию ездил. И знаете, я не хвалюсь, друзья. Это Бог сказал, я тебе дам. Бог дал мне и другого ребенка. Мне дал ребенка Даун-синдром. И такое есть. Вы знаете, иногда мы гордимся, ребят, детьми. Не надо. А дайте, это Господь. Дал хорошее, благодари Господа. Дал слабое, благодари Господа. Это Его. Вы знаете, мне не стыдно, что мне Даун-синдром. Потому что это Бог дал. Это не мое. Нечем гордиться. Нечем. Ребенок здоровый, крепкий, богатый. Не гордись. Это не твое. Бог тебе дал. И вы знаете, вот так вот Бог нас учил. И когда, я вам скажу, пришло... Наверное, после второго ребенка. Как-то мы посетили друзей, и через нее сестру это слово идет. И моей жене вот так, что там и тяжелые эти самые, там, и другие, и такие обстоятельства. Бог детали дал, знаете, описал ее беременность, роды, и что Бог, и это было сказано, что и сатана покусится на эту жизнь, но я как-то сохраню, я уже не помню, это же... 20 лет. Ну, смысл? Я говорю, слушай, что это такое, жена, давай рассуждать. Она говорит, слушай, ребенка Бог даст нам. А доктора сказали моей жене, что у нее проблемы с здоровьем. Говорит, у вас детей особо не будет, потому что проблемы с здоровьем. И вы знаете, я такой рад, знаете, думаю, Господи, да, а у меня одна машина,
заработок слабый, знаете, только выучился, там еле-еле, знаете, жили 2 года в меблированной комнате, рентовали, я по паролю приехал, знаете, Господи, а как дальше? Ну, как, конечно, слава Господу, ты дашь. И вы знаете, мне Бог проговорил тогда, я позабочусь и обеспечу это дитя. Мне так Бог сказал. Я думаю, Господи, если это ты так сказал, значит, я буду принимать как? Тяжесть, что у меня машины нету, что у меня доходов нету. Господи, ты, я доверяю тебе. Ты обеспечишь, ты сделаешь. Пришел на работу, а у меня напарник был, он верующий, говорит, американец. И говорю, Том, говорю, слушай, мне Бог сказал, Бог даст дитя, а теперь уже у меня жена беременная. Ты что, всех детей будешь рожать? Ты что, больной, что ли? И начал смеяться надо мной. Знаете, мне так больно было. И говорю, Том, а если бы тебе так Бог подошел и сказал, Том, я тебе дам сына, я его благословлю, я тебе помогу, я тебя благословлю, что бы ты сказал Богу? Он наклонил голову и говорит, ты знаешь, я, наверное, тоже сказал бы yes. Друзья, и я сказал yes. Я сказал yes. И вы знаете, но уже в то время, вот я не помню, или до этого разговора, или после, я на работе, такой цех у нас большой, и я сам там был, и работали машины, и автоматы, и я, у меня возможность была такая, что наблюдать только, а я ходил, был свободный, и мог и Евангелие читать, и молиться сам. И вы знаете, я начал задавать вопрос Богу, Господи, ну, братья говорят, надо детей рожать. А что ты скажешь? Знаете, вот так вот говорит, приступил к Богу. Знаете, вот Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Господи, я хочу, чтобы ты сказал мне лично. И вы знаете, я так подхожу, помню, к дверям гаражным, где большие, и такое, знаете, приходит как такое, я не знаю, это слово, не слово, но разумение, как вспышка в разуме, в сердце, такое, как Гофолия уничтожала царских сыновей, чтобы самой царствовать, так современные женщины не допускают деторождения, чтобы им царствовать. Я такой ошарашенный. Говорю, я такого ни на проповедях не слышал. Никто такого не говорил, преобразы, никто не говорил. И вы знаете, для меня Бог утвердил и сказал, я хочу, чтобы ты последовал таким путем. И вы знаете, вот так вот Бог утвердил меня. И вы знаете, хотя мы уже так и уже говорили, жена рассказывает свою сторону, но вы знаете, Бог все равно до последних детей, Бог вразумлял нас. Уже мы немножко состарились, уже у нас не было детей 4 года. Я думаю, мы уже, наверное, старые стали. Бывает такое, братья, да? И вот, знаете, жена говорит, слушай, такой сон приснился. Я иду по улице, и такой дом. И говорит, с этого дома кто-то букет цветов выбросил, и этот букет мне прямо в руки упал. И говорит, такой красивый, такой красивый. И говорит, я когда проснулась, как будто бы я детей держу на руках. И вы знаете, Бог послал букет нам. Двойняшек. Говорит, нас прогуляли, а теперь, говорит, надо догонять. И вот Бог послал нам двойняшек. Друзья, вы знаете, нам легко принимать благословение, знаете, такое легкое. Бог благословил, радуемся, едем. Такое, знаете, а вот смотрите, благословение Господне, а жертвовать деньги, а не досыпать ночи, а чтобы тебя смеялись, унижали, показывали возле виска неразумный, разума немає, наплодив там нищеты, смеяться. Знаете, приятно, друзья, поношение Христово он почел большим. Знаете, друзья, нам легко принимать благословение, Господи, и я хоть, вот брат хвалится, я вот, меня Бог благословил. А, друзья, а кто хвалится скорбями, трудностями, недосыпанными ночами, слезами, как брат Иван, говорит, надо плакать за этих детей.
Кто хвалится? Друзья, мы не хвалимся. И говорит, иные скитались кожей в кожах. Но весь мир был их недостоин. Друзья, они были благословенны? Были благословенны. То пусть Бог благословит нам пересматривать, какое благословение? В козьих кожах или без Господа на кадиллаках? Друзья, да поможет нам Господь, да благословит Господь. Теперь, дорогая моя жена, она говорит, сильно стеснялась, боялась, трусилась. Говорю, я тебя буду поддерживать. Приветствую вас, братья и сестры. Я... Я, вы знаете, так смотрю, вы более пожилые люди. Многие много пережили чего. Это не то, что я одна пережила трудности, там, родила. И не такая сильно большая семья, 9, моя сестра имеет 14. Вы знаете, но у меня как-то с детства, я тоже мамы, я 8-я была. И с детства я боялась детей, потому что я была самая младшая, я своих племянников смотрела. Ну, одного племянника с 3 месяцев мне пришлось 3 месяца с ним возиться, потому что мама ночью вставала, бутылочки, это все. И оно такой отпечаток дал мне. Я боялась этих трудностей. Но вы знаете, Бог потрудился над моим сердцем, чтобы за эти трудности, что мы переносим, за каждую слезу, которую мы, как сказать, проплачем, не то, что за боли свои, нет, а за то, что мы принимаем все как от Бога, смирением. И когда у нас, вот, как, вот так меня Бог учил, когда я делаю это, потому что, ну так... Так научили меня с детства, да, это слава Господу. Но Бог мне показал, что Бог не этого хочет. Когда вот родила я 3-го сына, и при родах я потеряла сознание, ну, меня привели в себя, но родила. После этого я начала сильно молиться, где-то 1-2 месяца, Господи, открой. Я знаю, я научена так, чтобы всех рожать, потому что это как заповедь твоя, плодитесь и размножайте. И размножайтесь, наполняйте землю. Но, вы знаете, я не знаю, может, кого-то не было таких вопросов, но у меня был. Господи, ну у меня между жизнью, у меня очень трудные роды, очень трудные беременности. Бог, как говорила как-то я своим уже дочерям, вы знаете, мне Бог поблажек не давал. Что, ага, если я Божье дитя, у меня не будет токсикоза, Божье дитя, то у меня не будет никаких кесарев. У меня 2 кесарева. Если Божье дитя будут сидеть и здоровы, у меня больной ребенок. Божье дитя не будет таких. Ну, тоже это трудности двойняшки. Вы знаете, но милость Божья всегда с этими трудностями Бог никогда не оставлял. Трудности были, но Бог мне как-то помогал стать выше трудностей. Это Божья милость. Когда дети вот ночами мне напролет кричали, ну, я говорю, Господи, что ты хочешь, чему ты хочешь меня научить? Дитё плачет. Я плачу, хожу с дитём, плачу, не знаю, что делать. Бог говорит, вот смирись и радуйся, что ты ходишь еще ногами своими. Есть люди вообще лежачие, что ты можешь иметь детей, а тебе говорили врачи, что не можешь иметь. А я тебе еще даю. Значит, вы знаете, мне Бог направлял так, чтобы я не боялась трудностей. Чтобы я не боялась страданий, чтобы я не боялась жертвовать собой. У каждого есть человека свои, как-то, ну, хочется быть, ну, что-то есть свое, как-то свои планы, как жить хочется по-своему, нет. А Бог мне показал, что если я не буду жить так, что, Господи, я Твоя, мое тело, это Твое тело, Ты употребляй меня. А что, если Господь захотел, чтобы нам, через нас, женщин, родились дети, то, Господи, дай и силы с радостью их принимать. Не принимать как крест, как говорит, большая семья – это крест. Нет, нигде в Писании не написано, что дети – крест. Написано, дети – это награда. Нам, и так Бог мне показал, что
как одна женщина плакала, что забеременела, но она в возрасте уже была, уже ей было 40, и она плачет. А я говорю, а почему ты плачешь? Ты забеременела, плачешь? Да благословляй это дитя. Мне как-то страшно было, как воспринимают, что, ой, даже такие слова нехорошие говорят. Ну что это так просто получилось? И вы знаете, и мне вот так Бог учил, что с радостью и как для Господа рожать. И другая там сестра говорит, да, я рожала, мне было, говорит, откровение, да, ты делала, потому что так служителя так учили, так говорили, но ты не от сердца делала, не так, как для Бога. И такое, вы знаете, и мне вот, она говорит, а мне Бог говорит, место Писания, все делайте, без ропота, семья, и как для Бога, с радостью. И вот и вы знаете, вот прошло время, и эта женщина, которая не желала, это она последнего не желала, но жалко все детки, большая семья, и ни один ребенок не служит Богу. И она потом, я встречались с ней, и она плакала, говорит, да, я всех детей почти боялась рожать. И вот так, нежеланные дети, они чувствовали себя обделенные, нежеланные, ненужные. И даже ей упрекали, и она мне говорит, и меня упрекали. Почему ты рожала? Лучше бы не родила. Понимаете, как важно иметь правильное отношение к жизни. Отдались мы Богу, Господи, я буду с радостью, многодетной мамой, с радостью. Не то, что нету трудностей, с радостью, что Господь посещает. Когда я говорю, ребенок кричит, плачет, я молюсь, плачу, а потом успокоилось дитя, у меня Бог исполняет Духом Святым. И такой сладостью, таким утешением небо открывается. Это вот так может постоянно, вот полгода, каждую ночь Бог открывает небо. Тогда и днем радостно, еще днем остается эта радость, общение с Богом. Как говорят, мы спим, а внутри нас наша радуется. Вот так я дома, ну, тружусь там, что-то делаю в семье, а радуется душа, потому что Господь посещает, утешает. Да благословит Господь всех молодых, не бояться. А когда если какие-то уже приходят, у меня так получилось, пятый у нас Даун-синдром, после того, и он был кесарево, после потом через 3 года ребенок, после 2 года прошло еще ребенок, после Даун-синдрома двое деток. И мне так тяжело было. Я служителям говорю, я не могу, я просто не могу. И к тому ребенку нужно внимание. И 2 годика, и грудной еще ребенок. Я уже не могу, если через год будет дитё, я не смогу, Господи. А мне говорит, не говори так, не смогу. Не говори. Ты сможешь с Богом. Ты... И так говорю, ну или что Бог дал перерыв помолиться, или что... или дал Бог силы, и здоровье, и силы, и тоже здоровьем сильно было плохо. И так служитель говорит, мы помолимся, отдадим тебя в руки Божьи, что Бог дал силы, что Бог определил. Но это, конечно, чудо, но 4 года, потом не было детей. Но, говорю, у меня через каждые 2 года у меня дети. Ну, а потом было двойня. Вот так, и мне так немножко дети смеются, говорят, да, мам, за прогул сразу 2. Но и в этом рука Божья, и в этом я видела руку Божью, что когда самый младший ребенок, он какой-то, не знаю, может, вы, может, не замечали, но я у себя замечала. Я меньше, как-то строго меньше держусь. Ну, их держу в строгости меньше. А они сами себя воспитывают, потому что их 2. Они, например, не то, что там мазунчик какой-то. Ну и в этом все Бог устрояет, все Бог. Когда мы отдали, вот я говорю, Господи, я не знаю, как хочешь ты, так и веди меня. Вот это на очень, очень благословенно, когда мы отдаемся Богу, и Бог сам управляет. И вы знаете, я очень переживала, когда 3-го родила эту,
И я молилась и говорю: Господи, открой. Я понимаю, что должна всех деток рожать, но а если нет, попаду я в невесту Христа или нет? Потому что разные учения есть, разные говорят, деторождение это Бог дал разум, и, ну, разные слушалось. И Бог мне такое сновидение дал, как шар земной, из шара земного невеста, это невеста Христа. Но эта невеста Христа, это было мне, как я видела, как кристальное, как что-то такое чистое, эти капельки, это души, и они поднимались, как это, как платье невесты было, эти капельки души, и они тянулись до главы, а глава Христос. Я, как сказать, лицо невесты не видела, а то был просто свет, сильный свет. И такой голос был: кто дотянется к Христу, к главе, тот будет в церкви, в невесте, любовью. И это не только деторождение, а это и стиль жизни. И должны отдать средства свои, финансы, время и здоровье. Все для Бога. И это должен быть стиль жизни другой. Не этот земной, какой обычный. Мы должны все просто посвятить. Это мне так Бог. Ты должна все посвятить Христу. И идти за Ним, куда бы Он ни повел. Чтобы моей воли не было. А когда у нас своей воли не будет, тогда мы будем и в невесте Христа. Да благословит Господь. Слава Господу, братья и сестры. Знаете, этот вопрос, говорят, грех, не грех. Но вот это откровение, которое... То откровение, которое дано было, что тянись. И сегодня, знаете, я сам дедушка. У нас пятеро уже внуков. Еще два и камень. Знаете, я говорю: детки, сколько можете посвятите себя Господу, сколько можете протянуться до Господа, тянитесь, поступайте, Бог укрепит, поддержит. И вы знаете, а наше старшее поколение, да поможет Господь, знаете, давать правильные советы, не то, что дочка, ты думай там, знаете, поддержать, потому что мы ответим за свои слова. Поддерживать руки. Если у вас есть выбор идти на вторую работу, муж зарабатывает, а говорю, там с братьем говорю: а что твоя мама делает? Говорит, внуков глядит. Знаете, я так слышу, многие бабушки взялись помочь своим детям. Друзья, помогайте, поддерживайте, вам будет награда. Вам будет награда. То мое желание, друзья, молиться: Господи, Моисей никогда не роптал, когда шел по пустыне. Он переживал так само жажду, переживал так само все неприятности этого путешествия, но он никогда не роптал, потому что он был лицом к лицу к Богу. Друзья, если мы и дети наши будут общаться лицом к лицу с Богом, друзья, ропота не будет. Да, будут трудности, будет пустыня, но вы знаете, будет помощь Божья, и мы будем видеть не песок, а мы будем видеть столб огненный. Да благословит Господь. Давайте помолимся.